Всем привет, друзья! Меня зовут Викли, и добро пожаловать в Гаррис Мод. Ну и сегодня мы с тобой посмотрим на новых монстров Тревора Хендерсона. Да, и конечно же, перед началом попрошу тебя влепить свой лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. И я желаю тебе приятного аппетита, приятного просмотра, ну а мы начинаем, и погнали! Ну что же, переходим в менюшку, и вот они, новые монстры под названием «Утренняя походка». И тут их целых три штуки, то есть три различных вариации, они также называются по-разному, допустим, этот The Hate, этот Limp и это Shape. То есть переводятся они как высота, далее часть или же конечность, по-моему, так ли им переводится. Ну и shape — это тень. Ну и что ж, давай начнем рассматривать каждого по отдельности. Для начала я, конечно же, отключу искусственный интеллект, чтобы они нас сразу же не завалили. Потому что, как ты видишь, вон валяется мой скин, правда, он почему-то стал весь серым. Да, что-то немножко багнулось, но да ладно, давай-ка заспавним нашего первого претендента. И вот как он выглядит. Это получается утренняя походка, да, еще есть ночная походка, но это утренняя походка под названием высота. И вот такой вот он здоровенный, очень стрёмный, конечно же, чем-то напоминает, по-моему, Breaking News, что-то такое. Ну и, собственно, у него, конечно же, длиннющие просто лапы, длиннющие ноги и маленькая голова, точнее, ее полное отсутствие. Хотя, возможно, вот это вот и есть голова, но лица у него, к сожалению, нет. Ну и, собственно, вот такая вот черная фигнотень. Давай-ка сейчас постараюсь я включить искусственный интеллект и посмотрим, может ли он нас завалить? Мне кажется, что да. Итак, он к нам идет. Нифига себе! Обалдеть, ты это видел? Жесть, это прикольно, слушай. Так это настоящая анимация была отдельная, блин. Мне это очень понравилось, это было очень круто. Так, и как ты видишь, когда я его спавню, у нас везде становится темно, то есть небо такое становится пасмурное, как бы все становится серым, таким ненасыщенным. Ну, потому что это, собственно, утренняя походка. Честно говоря, я мало что знаю про этого монстра. Вот, если что, напиши мне в комментариях вообще, кто это, что это. Но, судя по внешнему виду, достаточно он стрёмный и опасный. Окей, смотрим дальше, и у нас получается утренняя походка, уже его другая вариация. Нифига себе, вот это у нас он качок какой-то, прям капец, ты посмотри на него. То есть вот у него уже более-менее пропорциональные конечности, не такие длинные пальцы, хотя возможно то, что если он кулак уберет, то будут такие же, как у его брата. Чего, почему? В смысле, почему он меня завалил, я не понял. Он кидается, видимо, какими-то взрывными. А, это он так прыгает и все взрывает вокруг. Погоди-ка, я же отключил искусственный интеллект, почему он это делает? Ну ладно, смотри, он на меня идет чисто как титан какой-то и просто меня вот так вот сносит. И никакой анимации у него, получается, убийства нет. То есть он просто идет. Ну ты просто посмотри, какой же он все-таки здоровенный. Окей, и, блин, только хотел его удалить. Но слушай, мне уничтожил. Хорошо, я его, в принципе, удаляю. И давай-ка посмотрим на третьего братца, так сказать. Это шейп, то есть тень. И вот такой вот он. А он куда-то начинает лететь, что с тобой происходит, братан? Чё с тобой? Погоди-ка, чё с ним? Он почему-то поднимается вверх, и вот у него уже... Чё такое? У него, короче, здоровенная голова. Тело, конечно, не такое уже накачанное, как у его среднего братца. Буду их так вот называть, как они по списку. Но он куда-то улетает. Он реально хочет куда-то улететь. Ну-ка, если я, допустим, включу его, то он тоже будет улетать или нет? Погоди-ка, ну-ка, заспавни еще раз. И... Чё с ним происходит? Я... А, он, смотри, он, подожди, он чё, реально летает? И кидается в меня какими-то энергошарами, или что это вообще такое? Это шаровые молнии, что это? Я не пойму, офигеть. Офигеть, слушай, так он реально опасный. Он, правда, самый маленький, походу, из всех трех существ. А ну-ка, сейчас попробуем заспавнить сразу троих. Вот, допустим, самый старший брат, допустим, да, условно, потом средний, вот такой вот тоже здоровенный. И младший брат, который летает, куда-то улетел. Ай, ну за что? За что меня уничтожили, блин? И напиши, какой же из них, и из этих всех троих монстров, самый стрёмный. Вот мне кажется, что первый, он самый стрёмный, потому что у него просто здоровенные когти, хотел сказать, ногти. И он по-любому может уничтожить даже целый город, мне кажется. Так, хорошо, давай-ка мы их сейчас всех удалим, потому что уже какая-то сценария полностью начинается. Мы постараемся сейчас сделать такую мини-битву. Это получается у нас диджей Music Man, вот такой вот здоровенный, против... Давай, какого мы сейчас заспавним? Нас заспавним, допустим, вот этого среднего.
Лимба. Лимба, я, по-моему, сейчас их стравить, так вот включаю, и смотри-ка, они реально нападают друг на друга, и кто же победит? Ой, фига себе, он его откинул, жесть. Так, сколько там хп у Диджей Мюзикмена? По-моему, ни одно не потратилось, и Диджей Мюзикмен победил. Прикинь, Диджей Мюзикмен реально вынес утреннюю походку. А ну-ка, давай-ка заспавним еще одно. Вот так вот, только меня не уничтожай, погоди. Стоять. Вот так вот поближе. Вот, все, сражайтесь, ребята, давайте сражайтесь. И мне кажется, что Диджей Мюзикмен также может победить. В принципе, у него хп гораздо больше, по-моему, да, посмотри, сколько у него хп. Так, ну и, собственно, что-то они не сражаются, хотя вроде бы... А, вот все, я их включил, и... Так, кто же победит? Меня уничтожили. Так, там просто какая-то жизнь происходит. И Диджей Мюзикмен выносит также этого монстра утреннюю походку. Слушай, Диджей Мюзикмен вообще мощный пацанчик. Он всех тупо выносит. Походу, не только самый сильный во ФНАФе, но и самый сильный вообще везде. Так, хорошо, значит, давай-ка теперь он сразится у нас с последним, так сказать, представителем класса утренней походки. И это Шейп, то есть тень. Смотри-ка, сейчас он стоит, сейчас все нормально. Ну ладно, я их снова включаю. Так, ну и мне кажется, что Диджей Мюзикмен по-любому должен победить, хотя смотри, он умеет летать, походу, или он просто так багается. Меня... Что это было? И где я? Так, ну, он меня, Диджей Мюзикмен, не успел спасти. Ну, собственно, он оказался сильнее всех. Ну, ладно. Попробуем сейчас сделать еще одну битву. Допустим, давай-ка поставим нашу вот этого робота из Dark Deception и против какого-то из представителей. Да где же они? Вот, я постоянно теряю. Из представителей нашей утренней походки. Допустим, нет, слушай, они какие-то прям слишком разного размера. Ну, ладно, пофиг, давай-ка вот так включаем. И это была жесть. Он просто одного... Да ты достал меня! Уничтожает с одной тычки... Уничтожил нашего бота из Dark Deception. Хорошо, давай-ка постараемся кого-то сейчас еще заспавнить. Так, допустим, я ставлю вот такого вот здоровенного смотрителя. Хотя по сравнению с другими представителями утренней походки он достаточно маленький. И к нему мы заспавним нашего, получается, среднего, вот такого вот среднюю утреннюю походку. Так, ну и, собственно, давайте, ребята, сражайтесь, кто же победит. Мне кажется, что утренняя походка, да, он просто... С двух тычек его уничтожил. И идет ко мне, и меня взрывает. Спасибо тебе большое, братан, спасибо. Я не знаю, что я тебе сделал, но ты меня, видимо, хочешь уничтожить. И посмотри, все-таки его смотритель немножечко так коцнул. Да, у него стало немножечко меньше хитпоинтов, так сказать. Так, а если я чисто так вот втроем сейчас заспавню, вот один, потом два и три, вот таким вот образом, и просто их все включу, и они, нет, они, естественно, друг друга атаковать не будут, они просто будут атаковать меня. А между собой они... Спасибо, я тебя понял, меня он тоже уничтожил. А между собой они не будут драться. Еще раз ты меня уничтожил, спасибо большое. Хотя, погоди-ка, у меня появилась одна идея. Почему ты меня уничтожаешь? Хватит, пожалуйста. Сейчас я постараюсь взять модификатор отношений. Точнее, я его уже взял. И постараться стравить двух братцев, так сказать. Друг на друга. Вот только что-то я на них нажимаю, но что-то не очень-то работает. Видимо, нет, все-таки их стравить нельзя. Да, и меня опять уничтожат. Спасибо большое. Я эту уже анимацию видел тысячу раз. Ну ладно, сейчас тогда постараемся сделать еще какую-то битву интересную. А я даже знаю, какую. В принципе, у меня вот последний обзор из модов на Гаррис Мод... Был обзор на монстров, на существ из арка. И вот тут меня зацепило одно существо. Это вот такой здоровенный паучок. Правда, по сравнению с нашими сегодняшними гостями достаточно маленький, но... У нас, значит, будет битва. Битва нашего паучка против, допустим, давай-ка высоту возьмем. Хотя нет, высота как-то слишком банальна. Давай-ка возьмем нашего среднего, так сказать, представителя. Подожди, а где наш паучок, я не понял. Так, паучок, я тебя, видимо, случайно удалю. Давай-ка сейчас заспавню тебя еще раз. Ой, не того заспавню. Вот наш паучок, получается. Вот. И сейчас вы постараетесь, значит, сразиться. Раз, два, три. И погнали, кто же победит. Нифига себе, он паучка откинул. Так, паучок, давай-ка, иди нападай. Меня уничтожили. Спасибо, спасибо, спасибо. Так, надо ему как-то сейчас помочь. Так, стоп, на меня не иди. Паучок, значит, иди сюда. Вот таким вот образом. Я, походу, уничтожу паучка. Да, я, походу, его случайно уничтожил. Но ничего страшного, я заспавню. Еще одного, нифига себе. Это что такое там в небе? Что здесь вообще происходит? Я не пойму, что это за фигня здесь. Так, паучка снова откинули. Я не понимаю сейчас, что здесь, то что здесь везде дым, везде что-то взрывается, что-то происходит. Так, погодите, погодите, я хочу, чтобы у них была нормальная битва. Так, а ну-ка иди-ка сюда, братишка, значит, я сейчас тебя заспавню вот сюда вот, а тебя я поставлю вот сюда вот, и давайте продолжайте сражаться. И нашего паучка просто откидывают, но смотри-ка, у него уже намного меньше хп, то есть еще один удар,
И наш паучок проиграет, и у меня, к сожалению, крашнулся Гаррис. Ну да, когда всегда ставлю этого паучка, и потом к нему еще добавляю каких-то монстров, у меня крашивается, к сожалению, Гаррис мод. Ну да ладно. Ну что ж, напоследок заспавню сразу же троих наших сегодняшних гостей. В принципе, ты их и так уже видел. Но прямо сейчас напиши в комментах, если еще не написал, какой же тебе нравится из них больше всех, потому что они... Все очень стрёмные и постоянно хотят меня уничтожить. Но лично мне, в принципе, как я уже говорил, нравится больше всего вот этот первый наш монстр. Спасибо, что еще раз меня уничтожили. Ну что же, вот такой вот видос у нас сегодня получился. Если он тебе понравился, то, конечно же, не забывай лепить свой лайк, подписаться на мой канал, нажать на колокольчик, чтобы новенькие видосики не пропускать. Ну а с тобой был я, Твикли, это была игрушка Гаррис Мод. Я не прощаюсь, я говорю до новых встреч, друзья!